Традиционная спартакиада участников президентской программы управленческих кадров «Чемпионы в бизнесе, чемпионы в спорте» состоялась в Омской области в 11-й раз, в нынешнем году в статусе международной. Зарубежные управленцы, партнеры президентской программы из Германии, Швейцарии, Японии и Франции 17 мая посетили деловую программу спартакиады. В областном конгресс-холле прошли панельные дискуссии и работали тематические площадки. А днем позже руководители и бизнесмены сменили деловой стиль на спортивный. Программа мероприятия продолжилась на базе оздоровительного центра имени Карбышева. Очень приятно то, что к нам приезжают с других регионов, с других стран. Я думаю, что это доказательство того, что здесь одни из самых успешных людей нашей страны. Команда Трушпаных родов, так это комбинация русский и иностранец, я сам иностранец, и точность, мы играли в футбол, и выиграли, но это хорошо, что у нас очень сильная команда, понравилась, и там все хорошо было. Атмосфера, это невозможно сказать, это ужасно, красиво, хорошая организация, очень хорошие, сильные люди, да, занимаются спортом. Это очень, мне очень нравится. Ну, во-первых, это объединение людей. Это, наверное, какое-то коллективное действие, которое очень полезно. Ну и плюс те, кто учится, поближе узнать друг друга, познакомиться в какой-то неформальной обстановке, провести время не за пределами учебной аудитории. Я первый раз, мне пригласили коллеги с Омска, мне очень нравится. Жалко, что не приехал в прошлый год. Скажите, как вы думаете, вот девиз «Чемпионы в бизнесе, чемпионы в спорте», насколько он правильный? Я полностью поддерживаю такой девиз, потому что сам представитель бизнеса, закончил президентскую программу, и я думаю, что девиз самый лучший, который можно было придумать. Всего в мероприятиях спартакиады в этом году поучаствовало более 100 человек. По результатам спортивных баталий лучшей признана команда «Омская крепость». Второе место занял лидер «Ресурс», а замкнул тройку призеров коллектив «Мечта».